Был студенческий раньше коллектив «Забава». И это Виктор Геннадьевич Столбовский, кстати, придумал. И после того, как мы по окончании института, нас осталось 5 человек. И постепенно стали набирать. Пришли девочки к нам. И кто-то уходил, кто-то приходил. И сейчас вот штат у нас разросся до, ну, около 30 человек. «Забава» для меня – это моя жизнь, мое творчество, любимое мое занятие, чем я занимаюсь в данное время до сих пор. Я люблю этот коллектив. Был момент интересный в Ираке, когда на обратный путь, чтобы доехать до Иордании, потому что самолеты в то время только оттуда летали до Москвы, ехать почти сутки. И я хотел курицу в дорогу купить и забыл, как по-английски это слово звучит. А они там, арабы, на двух языках говорят, на арабском и на английском. К сожалению, я учил немецкий. И надо было сказать «курица» на английском, я никак не мог. Это увидел яйцо и показываю ему: «Его мамку давай!» Он понял тогда, он долго смеялся, но принес мне здоровую курицу и подарил в дорогу. Конечно, аплодисменты зрителей, чтобы все остались даже, может быть, немножко недокормленными музыкально, потому что репертуар у нас очень большой, и все песни как бы не входят в этот концерт.